В 149 многоквартирных домах республики в этом году проведут капитальный ремонт. Общая стоимость работ составит около 870 миллионов рублей. Об этом сообщают в Дагестанском фонде капитального ремонта. На сегодняшний день ведомство заключило 73 договора на проведение строительно-монтажных работ. Также объявлен аукцион на замену еще 36 лифтов в 16 домах. К их замене приступят в июле, когда станут известны победители конкурса.